Я говорю, начало этой проблемы как раз существует, наверное, с такого понятия, как объяснить людям. То есть не только бабушкам, дедушкам, молодежи. Причем очень удивительно, что наш директор парков, который, в общем-то, родом из общественников, он знает, как это все должно происходить, элементарно проигнорировал необходимость общения с людьми. Да? Был летний сезон, ограничений по ковиду у нас не было, в парке гуляли люди. Элементарно устроить какой-то опрос в виде анкетирования, не знаю, еще что-то было, я думаю, не тяжело. И к тому моменту, как были бы заключены контракты, было бы уже полное понимание того, что хотят люди от данной территории. Ну и вот, наверное, то, что включает в себя вторую часть проблемы, это как раз-таки тогда, когда делом у нас занимается не специалист. И основная, наверное, проблема как раз-таки в этом. То есть специалист знает, что такое подход, что такое организация процесса, ведет этот процесс до конца. В данном случае мы имеем вот то, что имеем сейчас на территории. Это возмущенные жители, это искусственно созданный какой-то, да, вот такой вот конфликт, при котором сейчас же тех же жителей сталкивают лбами, да, то есть категории жителей, которые за, которые против, которые за перенос, которые против переноса. И можно наблюдать сейчас ситуацию, которую можно назвать, это вот называется шуба из козла, да, мы вроде ее купили, она не нужна, она некрасивая, да, то есть она длинная, но есть компромисс, вот, либо вы ее носите на выпуск, либо вы ее заправляете, как говорится, в трусы, да, ну и люди говорят, ладно, бог с ним, там, мы будем заправлять эту шубу в трусы, но сзади идет человек, который эту же шубу выправляет, да, с чего у нас началась вот этот вот момент с голосованием. Запустили голосование на сайте «Парки Видное». Народ активно включился. Включились боты, включились настоящие жители. Жители те, которые даже приблизительно не понимают, как устроен этот парк. Жители, которые каждый день участвуют, да, в жизни этого парка. Но при этом, что мы имеем? Мы имеем продолжение работ по установке вот этой вот условной виселицы, да, вот этой вот конструкции. О чем это говорит? О том, что, в принципе, этот вопрос проводится... Ну, номинально, да, то есть результат его, каким бы он ни был, не определит в дальнейшем, значит, систему принятия решения по данному вопросу. То есть вот, это просто симуляция того, что хотят посоветоваться с общественностью, на ваш взгляд? Ну, а знаете, как у нас обычно действует административный ресурс? Хотите – получите при уже готовом решении, да, и вроде создана элементарная какая-то такая видимость участия людей в самом процессе. С другой стороны, протаскивается ли именно тот вопрос и то решение, которое необходимо в данном случае. А разве не удовлетворенность граждан вот в данной ситуации было бы критерием эффективности выполнения властями своих функций? А что такое удовлетворенность граждан для административного ресурса? Мы везде сплошь и рядом натыкаемся на унифицированные ответы, что люди сами не знают, чего они хотят, люди не разбираются в вопросе, да, то есть, ну, вплоть до того, что вот начинаются разговоры о крикунах и горлопанах. Сегодня ситуация буквально в чате по обсуждению, значит, окончательных решений, да, по вопросу переноса или конструкции, оставления их на место, то есть отказа, да, от конструкции вообще, появляется сообщение от некого человека, проживающего, я так поняла, на территории Расторгуева, и он выкладывает документ, значит, в котором подписи, правда, нет, но тем не менее заявлено этим человеком, что действительно наш депутат, это его заявление, появляется бумага за будущей подписью Гаджимурадова, то есть это наш депутат, о том, что люди ничего не знают, не понимают. Есть четыре человека, которые саботируют процесс. Мы тут вынуждены, да, там, заниматься вот этой вот бесконечной работой. То есть вы вникнете, да, официальный представитель определенной как бы территории, да, данной территории. В общем-то, обвиняет людей, которые пытаются... Избиратели своих. Да, избиратели своих, которые пытаются разобраться в данной ситуации. Угу. Ну, вот, вот это вот излюбленное слово по отношению к любому жителю, который пытается транслировать свое мнение, это вот такой вот горлопан, ну и прочее соответствующее. Ну, если только еще не агент Госдепа, то вот то еще тот. Ну, я думаю, что это уже стало не модно. Все реже и реже мы слышим про печеньки, про Госдеп и все остальное прочее. Ну, а вот горлопан, это да, унифицирован. Ну, вот вы говорите, что там обвинение, что непрофессиональное. Я видел несколько интервью, и там есть и архитектор, и вообще люди, которые профессионально дают оценку тому проекту, который им предлагают. И предлагают точно так же профессионально свой альтернативный проект. Почему бы не рассмотреть-то и не принять вот альтернативный проект
за которые пусть даже очень активные, пусть даже 4 человека, но очень активные, топят, что называется. Почему все-таки продавить другое? Ну, слушайте, это как вот в старой комедии. Деньги, деньги и всегда деньги. Тут имиджевый вопрос тоже, кстати, присутствует. Надо понимать, что вот сегодня изучала, правда, очень как бы поверхностно контракты, которые заключены, да, то есть основная часть денежных средств, которая потрачена на все эти конструкции, да, на сами работы, она нам перечислена из области. Вот, один контракт на 17 миллионов, второй на 18, из которых половина – это средства областные. Как вы себе представляете ситуацию, при которой есть аж целая губернаторская программа по приведению территорий в порядок, да, то есть мы несем добро людям, да, то есть мы даем им возможность этими территориями пользоваться таким образом, как видят это жители. И здесь вот такой, ну, назовем это косяк, да, то есть местной исполнительной власти, то есть и вот он имиджевый такой нюанс, при котором расписаться в том, что здесь сделали все не так, значит подставить свою голову под плаху области. И поэтому, конечно же, будет этот вопрос до конца культивироваться таким образом, чтобы эту ситуацию вытащить. Ну, и выступления, как вы говорите, да, я согласна с вами, эти люди вполне разбираются в вопросе, они четко понимают, что они хотят, они понимают это, причем с учетом развития самой среды городской и близлежащих территорий. Но их мнение и их видение на данный момент, собственно говоря, не то, что нужно нашей местной администрации. Но недовольные люди, они еще больше испортят имидж на самом деле. Неужели не понимают, что это даже, ну, закон рынка, что недовольный человек, он 11 рассказывает о своем недовольстве, а довольный 4. Ну, разница такая, что эти там, пусть даже по их подсчетам 4 человека, могут испортить этот имидж. И они как бы не учитывают это напролом сейчас вот. Пытаются пролезть, что называется. Да, я думаю, что завтрашняя встреча станет тому подтверждением. Знаете, тут такой момент. Тогда, когда транслируется людям вот такой вот простой абсолютно нюанс, что нужно заниматься саморазвитием, да, в особенности в вопросах землепользования, экологии, то, что нас окружает каждый день. И когда люди это слышат, так или иначе, кто-то более медленно, кто-то более быстро начинает заниматься самообразованием. Что мы имеем в итоге? Мы имеем в итоге на территориях людей, которые для себя уже начали вот этот вопрос реализации своих желаний, да, и видения того, что они хотят вообще как бы вокруг иметь там, через 10-20 лет, они в состоянии это облечь в документ, в слова, в заявление, в обращение. И за этим моментом не успевают наши доблестные манагеры. То есть они по привычке относятся к людям, как, давайте будем вещи называть своими именами, как к идиотам. Ну, давай. Вот. То есть что, какие вот такие вот есть, собственно говоря, рычаги? Написал человек комментарий, его можно стереть. Написал человек заявление, на него можно дать отписку. Собрали люди какое-то определенное мнение там в этом голосовании, да? Его можно подделать. И когда этим людям говоришь о том, что, ребят, вы саботируете процесс, нельзя за основу принимать итоги голосования, даже если там находятся 2-3, ну, так называемых фейка, да, фейковые страницы. Это не будет принято к сведению. И да, пойдется на пролом. По старинке, думая, что, в общем-то, все вот эти вопросы можно замылить, люди привыкнут, люди успокоятся, и вопрос этот отпадет сам собой. Забывая при этом, что у нас вопрос парков не закончится территорией Расторгуева. Да, у нас есть Тимоховский парк, у нас есть сейчас на повестке вопросы, значит, Тарачевский пруд, да, и, в общем-то, те парковые зоны, которые вот будут потом приниматься к рассмотрению, если будет проделана работа таким же образом, я почему-то уверена, что если не будет кадровых решений в отношении того же управления парковым хозяйством, да, и людей, которые, в общем-то, вот взяли и подписали эти бумаги, то она так работа и будет проведена. Вот расчет на это, да. Что люди просто опустят и отпустят эту ситуацию. Ну, я присутствовал на встрече с жителями, был советник, по-моему, городского головы, и позднее была встреча, но я на ней не присутствовал, но о ней слышал, был представитель Московской области. И вот эти люди, они очень внятно, конкретно говорят, что надо слышать вот здесь присутствующих, вообще как можно демократичнее решать этот вопрос с учетом мнения граждан. Но когда они уезжают, это все игнорируется или что это? Или это все показуха вообще?
Ну, создание видимости работы и сама работа – вещи разные, правильно. Вот поэтому основные вопросы, которые вообще стояли, да, это возможность отказаться от данного, назовем это, благоустройства вообще. Какой аргумент нам отвечают, что, ребят, ну, во-первых, деньги уже заплачены, да, мы получим некоторые неустойки, значит, мы получим от области санкции, ну, слушайте, это глупость несусветная, область принимает свои программы из расчета, собственно говоря, и выгоды своей, в том числе, да, вот, траты этих средств и необходимости территории, о каких санкциях может идти речь. Неустойка, какая она, в каком размере, в каком количестве? Тоже хороший вопрос, на который никто не знает ответа. То есть цифру конкретную не называют. Ведь, ну, исходя из цифр, надо какое-то решение принимать. Опять же, это либо тайна за семью печателями, либо вопросом занимаются люди, которые лишь поверхностно в курсе ситуации, которая вот сейчас происходит. Или пугалка какая-то неустойка. Ну, в большей степени, наверное, да. То есть я же и говорю, создание видимости работы. Есть вопрос, допустим, запланированный о том, что пусть это все постоит годочек, мы там посмотрим, как все это будет работать, как все это будет действовать. А через год, если жители вдруг не смирятся с этим, значит, расположением этих аттракционов, мы это заберем, ну, там, гипотетически, там, Купелинг, еще куда-то, Тимаховский парк. Вопрос. Сумма неустойки, которой вы пугаете жителей, да, и, соответственно, там, отсутствием программ в дальнейшем по благоустройству. И та сумма, которая сейчас будет затрачена на монтаж конструкций, на обслуживание год, на демонтаж этих конструкций, на перевозку этих конструкций, на монтаж этих конструкций на новом месте и на приведение вот этой территории, где они стояли в порядок, в парке. То есть как они между собой на весах, да, соотношение этих сумм? Ну, они думают, что народная память короткая, но интернет теперь помнит все вообще. Вот, и надеются, что само рассосется. Ну, коротко ты не могла бы объяснить просто тем, кто смотрит впервые и не знает, о чем идет речь, что за ситуация, и вот о чем мы говорили все. Ну, в общем, существует у нас сейчас программа благоустройства парковых территорий по нашему Ленинскому городскому округу. В данный момент как раз проводятся эти работы. То есть заключены контракты. Часть из них 22 сентября датируется, 2-5 октября, и по срокам уже вышли. В программу благоустройства, значит, входят работы по установке любых видов конструкций, любых видов работ, которые бы сделали этот парк более привлекательным, более посещаемым, ну и сделали бы его удобным непосредственно для местных жителей. Вот, значит, парк Расторгуево, зона, в общем-то, тихого отдыха таковой была всегда. Местные жители мечтают, чтобы она таковой и осталась. Пеняют жителям в том, что они проявляют некую долю великого эгоизма, значит, оставляя за собой право решать этот вопрос. Ну, вот всегда, да, такая тема. Вроде нам не запрещено в квартирах включать музыку, да, в положенное время и танцевать. Ну, вот я хочу танцевать. Хочет ли танцевать мой сосед? Я, в общем-то, по сути, и закон не нарушаю, да, но есть какая-то вот такая, такой момент чисто человеческий. Значит, и на данный момент времени без обсуждения, да, с населением ни близлежащих территорий, ни с общественностью вообще, было принято некое решение об установке, ну, я называю это конструкцией, потому что по-другому вот то, что я вижу, я назвать не могу. Вот. Значит, работы идут полным ходом. Люди, которые видят это, они возмущены. Значит, нам говорят о том, что есть документ, который теперь четко регламентирует Расторгуевский парк как парк многофункциональный. Что это значит? То есть это не какая-то определенная зона, там дендрозона, да, это не природный парк, это не исторический парк, а это парк, который может в себя включать множество, да, разновидностей отдыха для населения, ну и включая данные аттракционы в том числе. Вот. То есть апелляция к, и аргументы к администрации об оставлении данной зоны преимущественно природного дендрологического характера не находит отклика. То есть апеллирует администрация вот тем, что есть жители, им нужны аттракционы, им нужны площадки. То есть в обязательном порядке вот этот шумный аттракцион. И вот хочется заметить, то есть мы видим, что происходит в нашем Ленинском городском округе. Повальная и тотальная застройка, да, территорий.
Плюс при этом судебные дела, поле с фондом, да, то есть что будет 30-40 лет спустя, мы не можем знать. Наперед думая, возможно, имеет смысл принять решение о действительно оставлении таких парковых пространств в качестве зеленых природных локаций. Во-вторых, когда говорят о местных жителях, о том, что они присвоили себе право, да, по решению данного вопроса, давайте вспомним момент. Мы, когда выбираем себе место жительства, для начала что мы определяем для себя? Хотим мы либо урбанизированную среду окружения, либо мы выбираем для себя более, скажем так, тихое сельское, либо частное такое расположение домов. Человек, выбирая данную локацию, живет в данном случае в Расторгуево многие, ну, скажем так, даже десятилетия. То есть это историческая такая местность, да, у которой есть уклад, да, родственники передают родственникам. И тут к вам приходит некто и говорит, что, в общем-то, ну, наплевать с данного момента, что вы там себе выбирали, да, вот к вам идет вот это счастье. Мы его вам несем, вот полную корзину. Принимайте это счастье, пользуйтесь им. То есть, а люди смотрят на это счастье, оно им не нравится, они его не хотят, они его не просят. Это вот как с системой, да, по нашим дорогам. Люди говорят, не надо нам вот это благоустройство на 37 миллионов. Ну, не надо. Вы нам там дорожки там посыпьте, да, поставьте там скамейки новые, удобные, разверните их к воде, да, там почистите этот пруд. Ну, вот такого плана. А другие люди на другой территории говорят, ребята, сделайте нам дорогу. И вот счастье этой корзинки пихают людям там и в уши, и в голову, и везде. А людям, которым нужна дорога, то есть, да, это вот вещь первой необходимости, говорят, денег нет. И вот ситуация заключается в том, что, наверное, счастье искусственным быть не может. То есть человек должен для себя решить, что ему хорошо, ну, в первую очередь, как и равны все жители, да. И нюанс существует такой. Правы те из общественников, я с ними согласна, люди, которые непосредственно являются там специалистами в области архитектуры и зонирования, ну, нельзя делать лоскутное одеяло с одной территории, да, то есть место, где все будут друг другу элементарно мешать. Ну, не существует там тихий шахматный клуб рядом там с тиром, да, или со стрельбищем. И, наверное, принимая решение о благоустройстве около Искры, да, являя эту площадку как зону активного отдыха для там скейтеров, там памтрек, да, вот этот выстраивая, имея такую площадку в центре, да, видного как парк развлечений и отдыха, уже есть локации, которые отвечают, в общем-то, интересам определенных категорий, да, там молодежи, детей помладше. Но есть и другая категория, которой нужен тихий, спокойный отдых. Это молодые мамы с колясками, да, это пенсионеры, в конце концов, это люди с какими-то проблемами со здоровьем, да, плюс это сосновая как бы, территория, на ней растут сосны, да, все мы знаем, прелесть какая от фитоцидов, с учетом коронавируса, так вообще чудное место. И как-то мы забываем об этой категории. В комментариях даже, в общем-то, попадаются такие слова, как если вы хотите тишины, можете отправляться за этим на кладбище. Mm. Ну, нет, конечно, это дает комментарий не представитель администрации, но и тем не менее, люди лояльные, да, к... Хотя бы няни. Да, что не может не радовать. Да, спасибо, Оль, что приехали к нам, объяснили всю эту ситуацию. Надеемся все-таки, что здравый смысл как-то восторжествует над маразмом. Вот, и ситуация разрешится все-таки в интересах жителей. Будем следить за этим. Ну, а вы будете нас информировать и наших подписчиков. Спасибо. Спасибо вам.